Соник! Вот ты где, Соник! Ты уже слышал новости? Вот, послушай. Профессор Рамонди, также известный как Кэвилан, захватил изумруд хаоса. Опять. Никто не знает зачем, но в этот раз изумруд был похищен из храма Гая в холодных руинах. Какое еще безумство придет в его голову, неизвестно. Агент Ган... Ах, ну наконец-то! Я-то думал, что он хотя бы месяц продержится без своих зубных планов. Давай, погнали, Тейлз. Дома из самой выведенной степени нашему усатому другу. Мои сенсоры засекли странную активность на заброшенном аванпосте Эгмана неподалеку отсюда. Я думал, это очередное расследование Ган, поэтому не обращал внимания. А затем внезапно потерял связь со всеми сенсорами на острове. Я уверен, Эгман как-то в этом замешан. Надо сходить проверить старую башню Эгмана. Пошли, Соник. Хорошо, иди вперед, я догоню. Приближается шторм. Что это за странный энергетический луч у тебя из руки? О, это... Браслет от Чипа. Нам повезло, что дерево с мягкого падения. Можешь спускаться, Соник. Я пытаюсь. Поверь мне, я бы рад почувствовать землю под ногами. Вау! Это было жестко. А? Некоторые бандики все еще в броднике. И как я раньше их пропустил? Тейлз, сходи проверь, как там чем в саду. Они могут быть в опасности. Понял, Соник. Увидимся у башни. Хорошо, приятель. Приветствую вас, нарушители! Добро пожаловать в мою скромность, нащадину обставленную ловушку! Я бы принял ваше гостеприимство, но ваша судьба откинулась от того, что вы проникли из величайших сооружений, созданных мной, доктора Эгмана! Похоже, я из-за головы не появился с ремонтом. А какой смысл, если ты снова все разрушишь? Разрушение? Это скрипа Наклза. Только сейчас он занят охраной главного изумруда. Если честно, то это просто чудо, что он до сих пор сам его кому-нибудь не отдал. Эта штука видала времена и получше. Ладно, дай мне пару минут, возможно, я что-нибудь тут донарую. Я буду здесь, тоже поищу что-нибудь у себя под веками. Похоже,
доктора Эггмана уже давно тут не было. Даже сам компьютер уже разваливается. Зачем же его охранять? Его робот не просто так напал на нас. Как ты думаешь, сможешь отследить местоположение Эггмана с помощью этой кучи мусора? Поглядим. Вот оно, Соник. Он направляется в сторону Великого каньона. Тогда и мы направляемся туда. Вперед! Соник, ты смог связаться с Наглзом? Я не знаю, связи нет, одни сплошные помехи. Должно быть, это из-за выплеска энергии главного изумруда. Раз так, то лучше бы ему не покидать остров. А вот нам стоит поторопиться. Гиперторнадо. На взлет. Сигнал маячка Эггмана исходит глубоко из зоны 99. Так как мы летим без приглашения, радары ГАН могут нас засечь. Не беспокойся, я и пешком пройдусь. Поищи пока обходной путь. Эггман явно прошел мимо радаров. Погляди, он уже здесь. Какая жалость! Соник, что-то не так. Соник, смотри! Эггман полетел за следующим изумрудом. Скорее! За ним! Ты не уйдешь, Эггман. Мы не можем позволить ему завалить изумрудом. Торнадо остановит его, Соник. Огонь! Эй, Тейлз, эта территория находится под защитой ГАН. Будет ничего, приятель. ГАН позади нас. Почему они атакуют нас, а не Эггмана? Тейлз, осторожно! Ой-ой-ой! Один из двигателей отказал. Мы теряем скорость. Соник, держись! Соник?
Я требую на себя и попробую взять из мудрых гранж Эгмана. Прикрой меня слегку, приятель. Хорошо. Древние руины внутри дерева? Что-то это мне напоминает. А? Что происходит? Вода рвется отовсюду! Не время стоять, время бежать! Изумруд хаоса! Так ярко! Соник, спрячь изумруд! Тайлз! Дэниэлс? Соник не справляется с охраной изумрудов, хотя смел утверждать обратное. Профессор Эгман считает, что он может испытывать наше терпение. По данным разведки наших солдат, Эгман напал на сектор Ви. Останови его и доставь изумруд нам. Мы позаботимся об остальном. Почему ты не зашел ко мне? Мог бы прийти ко мне в офис, хотя бы поздороваться. Не было времени. Где находится объект? Ну, ты на верном пути. Есть информация по инциденту, что здесь произошло. Ага. Я узнала, что... Вспышка была вызвана двумя изумрудами хаоса. Видимо, камни долго не контактировали. Им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Шэдоу, ты меня слушаешь? Да, Руш, отслеживай мой сигнал. Я в пути. Снова это видение. Я не чувствую присутствия изумруда в храме. Доктор опередил нас.
Ты это видела? Понятия не имею, что это за тварь. Странные вещи здесь происходят. Нужно проследить за ним. Ух, ой. Ой, дружище, что это было? Реакция изумруда на что-то... А? Тейлз? Давай, очнись, дружище, некогда спать! Все еще подвергаешь друзей в опасности? В одиночку не справляешься? Что ты здесь делаешь? Работаю. На этот раз доктор позволил себе слишком много. Ему даже удалось перейти дорогу Ган. Так вот, что происходит. Но боты Ган слишком заржавели, чтобы отличить нас от Эггмана. Даже они думают, что ты просто вредитель. Однако, ситуация изменилась, Соник. Исчезновение изумруда Хаоса что-то пробудило. И оно жаждет разрушения. Я не могу отвлекаться от своей миссии. Не так быстро! Оставьте Эггмана мне! У него передо мной должок за то, что произошло на острове! Напомни мне. Разве это не Ган и не твой друг остановили Эггмана? Когда ты не смог? Это все потому, что ты не пропустил меня на остров. Может, тебе стоит перестать мешать мне? Сейчас я вижу тебя на моем пути. Из-за тебя Эггман сбегает. Это был предупредительный выстрел. Это твой шанс, Соник. Какая глупость. Я должен догнать их. Зашел слишком далеко, Эггмен. Проклятие. Доктор, не привыкай к подобной тактике. Но на этот раз кажется, что она спланирована на скорую руку. Он должен быть в отчаянии. Но почему? Руж, доктор покидает станцию. Мне нужен... Я слушаю. Принято. На этот раз я сделаю, и я не проиграю! Профессор Эггман, вы арестованы по нарушению закона 618-й. По взаимной защите. Все, что вы скажете, может и не будет использовано против вас в суде. А? Эй, изумруды! Вы не можете их забрать! Согласно разделу 600 договора о взаимной защите, вы, Соник, тоже нарушитель. Что? Соглашение говорится, что вы ответственны за защиту изумруда Хаоса, не так ли? Поскольку вы не исполнили свою часть договора, стражи нации теперь несут ответственность за изумруды Хаоса. Если бы не я, Эггман сбежал бы с изумрудами. Тебе повезло, что мы не схватили тебя, Йош.
Прекратите, идиоты! Нельзя допустить, чтобы изумруды попасть в руки как сам! Что за... Кто ты такой? Ты можешь звать меня Эксайлотом. Какая честь встретить тебя, Хранитель Света. Мы уже тут закончили. Как были мне полезны. Но всему приходит конец. Подожди! Стой! Верни их! Изумруды Хаоса надежно соединили наши миры, однажды разделенные, снова объединившиеся. Теперь не нужно воевать за ресурсы планет. Энергии Хаоса хватит на всех. Мы готовы стремиться к лучшему. Будущему. Вместе. Разве не так? Мой друг... Моя голова. Как так? Почему, Шэдоу? Почему ты это сделал? Думаю, я могу тебе задать вопрос. Эггман! Воплоти, где ты был на месте. Если бы я бы не суетился там, ты бы никогда бы не остался жив. Ну, твой друг Лис, к счастью, мне помог. Я полагаю. Итак? Не могу поверить. Это был... Именно, Метарекс. Ты и тот мальчишка Торндайк, оба имели сильные чувства справедливости. Но в этот раз даже ты бы не смог отрицать, ведь он обленился. Имеешь в виду Криса? О чем ты говоришь, Эггман? Какое он имеет отношение к происходящему? Торндайк определенно был амбициозен. Как ты знаешь, путешествие в другие измерения было тогда несовершенной наукой. Даже для таких, как я, игра самой тканью во временном пространстве могла бы причинить невыразимый ущерб живому организму.
И, к несчастью, от этого старого друга повторилось это дважды за короткий промежуток времени, привело к быстрому старению его тела, в результате чего ему оставалось жить более 15 лет. Что ж, подняться в архив ГАН для руководящей должности и управления военным методом – немалое достижение. И за время поддержания этого краткого мира он нашел нового друга. Ты имеешь в виду... Я не знаю, как и где они встретились, но этот Метарекс, называющий себя Эксайлотом, был впечатлен наивным желанием. И Крис решил изменить мир лучше. Поэтому он решил все это время тесно работать с ним. Вот что ему осталось. И когда Криса не стало... Внутренняя бюрократическая политика воротила и вернула обратные интересы к вооруженным конфликтам. Эксайлот увидел и понял, что дело с его жизнью, Тарантайка был уничтожен и больше не хотел ничего общего у Гана. А потом он сговорился с Шэдоу преследовать свои собственные цели. И теперь он хочет сам манипулировать во времени. Уже можно управлять временем, используя хаос-контроль с помощью одного изумруда хаоса? Так зачем изгнанному все они? Ты уже должен знать сам этот вопрос. Думай, двухвостный. Так что требуется огромное количество энергии, чтобы прорывать дырку в ткани времени и пространства. Я уже пробовал это однажды, но потерпел неудачу. Возможно, я немного ошибся в расчетах. Ладно, оставим на триуме. Но Эксайлот нашел решение. Правда, он не стал посвящать детали плана Ушеду. Хорошо, яйцеголовый, если ты что-то понял, поделись. Что это за решение? Не болтай иглами, Соник, есть только один способ. Создать больше энергии, чем изумруды могут произвести сами по себе. Если ты сможешь их уничтожить. А? И тогда выплеск будет достаточно огромным для путешествия с самой Заре Времени и дальше. Не может быть, я не верю. Такая разрушительная сила уничтожила бы жизнь, какой мы ее знаем. Наши друзья исчезнут. Ты можешь это отрицать, но это знамя поверил. Гнарл, Вортекс, Эмбер. Эти древние хранители хаоса тесно связаны с изумрудами. Если они находятся в непосредственной опасности, эти чудовища пробуждятся ото сна, чтобы защитить своего хозяина. Я столкнулся с Эмбер, и это творение его хаоса в одиночку уничтожило весь мой флот. Но его изготовление у меня ушло целая неделя. Что? Вы сами сталкивались с Гнарлом? Если они верят, это надвигающаяся опасность, тогда и нам стоит. Неважно, во что они верят, потому что мы остановим этого эксайдового парня. Да, только я имею дело захватывать эту планету. И я не позволю какому-то третьеразрядному злодею отобрать ее у меня. Это то, о чем я думаю? О, да. Цитата Эксайлота – наша цель. Да. Что реактор работает только в полсилы на большом высоте. Тяги не смогут ведь выдержать. Учти это. Эгман, спасибо. Снова подвергает всех опасности. И если они приманят сюда этого зверя, мы не успеем вернуть. Что?
справишься. В конце концов, я исполню твое желание, не так ли? Видение, Мария, последние 2 года. Тот, кто звал тебя, уже давно нашел покой. Ты хорошо свел свою роль. Технология Ган. Хорошее для создания иллюзий. И обмана глупцов. Лжец! Ты даже не собирался исполнить свою часть договора. И Мария... Твое желание было в том, чтобы видение исчезли. Их больше нет. Ради моего желания я пожертвую всем, и ты меня не остановишь. В конце концов, ты всего лишь ложная форма жизни. Это твой шанс, Соник. Я уведу Эмбер подальше отсюда, а ты останови Метарекса. Я не поведу тебя, дружище. Удачи. Эй, Эксайле, выходи! Все кончено! Ты опоздал! Вблизи ты еще уродливей. Какой самодовольный. Я много слышал о тебе, Торндайка. Он испытывал к тебе такие искренние уважения. К твоим способностям, твоему состраданию. Не оправдывай ожиданий Криса. Не тебе говорить. Что дальше? Отправишься в прошлое и вернешься со своими дружками? Тем, кто выбросил меня в твой мир. Тем, кто изгнал меня, как только я встал на пути его жажды реванша. Нет, храните света. Я просто хочу вернуться домой. Домой? Ты уничтожишь все и все всё лишь из-за тоски по дому? А те чудовища тоже часть плана? Они знамя, знамя конца хаоса. Это было
это, но реальность, которой изумруд уже не существует, обычно погибли от них. Это конец истории. Хаос. Копье. Считай это своим плохим знамением! Кто ты такой, чтобы судить мир, от которого ты отказался? Я не знамение и не хранитель света. Просто парень, который живет, наслаждаясь жизнью, которая у меня есть без сожалений. Я Йош Соник. Понятно. Йош Соник. Я последний своего вида. Моей единственной надежды было убежать так далеко в прошлое, насколько это возможно. Не спасти кого-то, не изменить что-то, но увидеть мой мир в последний раз любой ценой. Я возвращаюсь домой. Thank you.
Эггман, я хотел спросить. Чего? Помнишь, ты сказал, что пытался использовать изумруды, чтобы путешествовать во времени, а что ты хотел изменить? Что ж, даже такой человек, как я, сожалеет о своем жизни, Соник. Ну, оставим лучше эту историю на потом, другой раз.